Мария Ивановна, а вот что бы вы сейчас сказали Михаилу Ефремову, который виноват в аварии вашего сына? Ну, в гибели? Я никак не могу вот там. А я всегда говорю, ну что же теперь делать? Я всегда, Господи, ну всегда, Царствие Небесное всегда скажу, ну что же теперь делать? Так уж получилось.